Внимание, Анжел. Уже заряжает, походу. Всем добрый день. Увы, не получилось у меня снять полноценный ролик. Техника отключилась. Но мы сейчас на Петропавловской крепости, на крепостных стенах, на воротах. Близко к орудию нас не подпускают. Туда только по приглашениям. Холодина. Конкретная техника умирает. Буквально через парочку минут начнется выстрелы из двух орудий на Петропавловской крепости. Холостыми, конечно же, уже заряжает вот сейчас. Вот сейчас точно заряжает. Вот там крепость, чтобы точно были уверены. Офицер, я так понимаю, рекомендовал им ушки всем прикрыть. Внимание. Один даже парнишка будет пулять. Сейчас по команде выстрел. Или 333. Зевак собралось. Вон, смотрите, сколько. Ай, давайте быстрее, у него пальцы замерзли. А момент ответственный. Летает. Кранты моим пальцем. А не, парень только сфотографировался. Хотя, может, будет еще и стрелять. Как долго летит время в такие моменты. Да уже первый час. Зря они музыку включили. Раз. Два. Три. Смотрите, сколько народа. Четыре. Были этому свидетелями. Я дождался. Всем пока. А, ребята, пальцев нету.
Телефон замерз, пальцев нету. Но мы это сняли. Включай. Сейчас я не могу отключить, у меня просто одна рука онемела. Нажми, пойди. Да ладно, пойдемте вниз куда-нибудь греть мою руку. Или просто пошли когда-нибудь, все. Я могу ей... Я могу ее уже двигать хотя бы. Китайские туристы. Так и хочется, как говорится, сказать нихао. Ну что, красота. Жаль, что близко нас не подпустили, но что делать? Нельзя. Правила есть правила. Готовит флаг. Стишок про Петра Творенье. И мы спускаемся вниз. Куда-нибудь, где тепло. Ну, этот ролик вы увидите позже, а я так надеюсь, что посмотрели на одном из каналов моих непосредственно выстрел. На одном из дзен-каналов, не знаю, на основном, либо на запасном, и какой из них уже запасной, я не знаю. Хорошо станет советской жить, только пальцы начинают убить. Сейчас. Орудие посмотрим. Мы еще пойдем в артиллерийский музей, конечно же. Если камера там не вырубится, конечно. Так, это гаубица явно. Модель не знаю. МП МЛ-20. 37-го года выпуска. Да, все хотят, конечно, но я не хочу. Я хочу, чтобы лето не кончалось. Чтобы оно за мной мчалось. Трубецкой бастион. Хоть куда? Пошли. Скорее гаубица. Пушки вряд ли тут. Так, сейчас по кругу и куда-нибудь выйдем. Скорее всего, к монетному двору. А нет, вон там вон что-то монетный двор. Здесь пытают трудящихся. Орудие пыток средневековья. Мои пошли туда. Сейчас узнают. И, ну там уже будет темно, там уже снимать смысла нету. Смысла тут снимать нету, поэтому я вам говорю. Спроси вон, вон у девушки, спроси. Билеты здесь? Стой! Что? Все? Да, выходим, говорит. Хотели погреться. Как видите, единый билет проходит не везде. Пошли вон в крепость. Саму зайдем тогда. Кто-то шарфик потерял. Билет в туалет 40 рублей. Ну, если вдруг кому-то. Как-то нам порой. Что, хотите блоху? Чай, какао, экспрессо.
Ребят, приезжайте, приезжайте весной, приезжайте в мае, чудесное время. Иногда май бывал очень теплый, не то что теплый, прям горячий. Не помню, какой это год, год был. Тоже где-то второй, третий, может быть четвертый, 94-й. Сколько поколений увидела эта крепость, а сколько еще увидит? Никольские ворота, метро туда. Вот он, монетный двор. Я шмыгаю носом. Боже царя храни. Точно, Боже царя храни. Опять же, где-то в году 94-95 был я здесь почему-то. Какое-то было мероприятие, нас всем курсом сюда. Мы тут, не знаю, в качестве почетного караула были. Какие-то гости были важные. Ну и мы. Все, ребят, ну, внутри снимать, не знаю, можно, нельзя. Если можно, то все равно надо, чтобы камера отдохнула. Всем пока. А то она сейчас умрет.